Всем привет-привет! Все, дождливая погода у нас закончена. Да, Пушок со всеми здоровается. Солнышко. Девочки, у вас тоже дети смотрят такое? Как это Настя называется? Компот Майнкрафт. Компот Майнкрафт. Вот, плетет тут. Сидит, смотрит телевизор и плетет. Что это у тебя будет? Дерево. Дерево разноцветное. Плетет из бисера. А еще, сейчас покажу, что она тут делает. Вот, девочки, что она тут делает. У нее тут варенье, тесто. И в итоге у нее получаются вот такие пирожки. Ты духовку-то включила? Нет. Нет еще? Это что, мини-батон? А? Да. Вот такие батоны тебе и можно кушать. Вот такой батон хочешь маслом машь, хочешь вареньем. Это вот тебе на неделю такой батон. А это вот на яблоко. Понятно. Пирожки будут с вареньем. Варенье клубничное. А там ягодки прям цельные, клубнички. Такое классное. Вот Настя на творение готова. Укутала. Вот ее пирожки. Тут, правда, вот из одного потекло, но ничего страшного. Лежат пирожочки. А Настя уже один пробует. Ну что, вкусно? Горячее, покажи внутри. Ну-ка. Клубничка там. Ты уже попробовала? Вкусно, да? Мягонькие они получились. Тесто прям... Ой, вон вытекает все. Вот так вот. Кушаем сладенькие пирожочки. Настя уже второй пирожок режет. Зачем ты его разрезаешь напополам? Так просто не горячее. Так быстрее остынет? Да. Так а так у тебя и вытекает вся начинка. Ты прям как, это знаешь, когда на мукбанке показывают, сидят, пальцы облизывают. И ты также сейчас палец облизнула свой. В общем, у Насти мукбанк с пирожком, да? Первый признак мукбанка – это облизывание пальца. Вот с этой стороны он такой покоричневее, а с той нет. Но они не подгорели, ничего, нормально. Тебе надо, знаешь, было сверху желтком яичным помазать. Ну, чтобы было красиво, цвет красивый. А что у тебя две кружки стоит? У нас в одной чай, в другой вода. А доченька-то у меня и шьет, и вяжет, и слова дурного не скажет. Из бисера плетет, и кушать-то готовит, и пироги печет, и картошку жарит. Да моя ты девочка. Да мама-то сейчас пойдет, ножки вытянет и будет отдыхать. Да? Да? Да. Сейчас будет картошечку жарить. Картошечку покушаем жареную. У меня там еще огурцы соленые есть. Надо доедать, а то уж скоро новые солить. Не успеем оглянуться. А мы еще те не доели. Сейчас картошки жареные натрескаемся с огурчиками и спать ляжем. Да? Важный день. У Насти очередные соревнования. Вот такую вкусноту у Насти нажарила. Уже сидит, точит, да, Настя? Приятного аппетита. А я открыла баночку огурчиков. Ой, какая вкуснятина. Как запахло. Все, у меня последняя банка огурцов осталась. В этом году будем больше солить.
Как вкусно, хрустят. Какие вкусненькие. Вкусняшка. Ой, блин, Настя не ест огурцы соленые. Ой, девочки, невозможно передать эту вкуснятину. Спасибо. В общем, вот такой у нас вечерний, поздний ужин. Мукбанг. Угу. Картошка мало соленая, да? Но у меня с огурчиками прям... прям вкатывает. А если соком припевает, у нее сок клубничный. Прям вкуснятина. Вот так вот бывает, когда помощница вырастает, да? А мне сегодня на работе женщина говорит. Ирина говорит, а у тебя дети есть? Я говорю, да. Сколько? Я говорю, двое. Она, да? А сколько лет? Я говорю, ну, старшему 20, младшей 10. Она такая, да? Она так удивилась. Я говорю, да. И она мне говорит, а я, говорит, родила поздно. У нее, короче говоря, дочери 32 года было. И она родила двойню. В общем, или сейчас ей 32 года, или было. Ну, короче говоря, не факт, что сколько там. Сейчас, по-моему, ей 32, а этой двойне 3 года. Она родила в 49 лет. И начала мне такая, вот, это не поздно, надо рожать. Я говорю, да, отражались уже, как любовь и голуби. Да прям. Вот, и, короче говоря, она такая говорит, ой, сейчас только дают, сейчас если третьего родишь, 700 тысяч получишь. Я говорю, 700 тысяч это все единоразовое, ты получишь. На памперсы, на смеси все это истратишь. А детей-то потом надо поднимать на что-то. Не. Все. Я такая довольна, что у меня дети выросли. Ну, сын уже вообще вырос самостоятельный, да? Настя уже. Ну, то есть, вот уже вышли с того возраста, что надо там с ней ходить, попу подтирать ей, да? Ну, самостоятельно тоже уже. И я могу. То есть я уже не привязанная вот так вот, что к дому там, к детям, к маленьким, к пеленкам, распашонкам. Тоже можем спокойно, допустим, собраться, поехать, куда нам надо. Пойти, куда нам надо. Посмотри. И уже знаем, что там у нас нет такого, что ой, там надо лялечку спать уложить, чтобы в 9 часов уже все спали. В общем, мы еще молодые родители, но у нас уже взрослые дети, и мы уже, короче говоря, живем и радуемся, да? А лялька это уже вообще все, это уже не так. Лялек мы уже будем ждать внуков. У нас такое освещение, мы с тобой такие как будто сонные, да? Потому что уже вечер. Он говорит, у нас поздний ужин. В общем, вот так вот. Как вы, девочки, смотрите на поздние роды? Как говорится, всему свое время. Правильно? Правильно. Нужно все делать в свое время. Родить можно и в 40, и в 50, и в 60. Только зачем оно это надо уже? Продолжительность жизни у нас маленькая. С работами. Совсем у нас все нестабильно. Зарплаты, все это у нас нестабильно. А ребенку нужно дать все. По крайней мере, до его совершеннолетия нужно ему дать все. А самое главное, учебу. А учеба у нас сейчас, к великому сожалению, очень дорогая. Так что так. Ладно, будем кушать. Всем пока-пока.